Первая в этом году ярмарка выходного дня собрала сотни горожан на Магаданской площади. Ее провели впервые после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Под открытым небом продукцию в субботу 23 мая представили около сотни сельхозпроизводителей и предпринимателей. Очереди с покупателей образовались уже в 10 утра. Торговлю организовали с соблюдением мер безопасности, масочного режима и социальной дистанции. На асфальте расчертили разметку, подписали, где продают овощи, где рыбу, а где мясо. В основном покупатели подходили в масках. Их можно было приобрести в этот день здесь. На ярмарке продавали сезонные рассады овощей и цветов. Бархатцы, популярные в Мексике, Индии и Таиланде, особенно хорошо расходились. Оранжевые цветы во всем мире по-разному называют. Турецкая гвоздика, золото мэри, студенческий цветок. У нас неприхотливые растения приживаются и украшают дворы, скверы и улицы областного центра. Магаданская компания футболок и сувениров предлагала сшить защитные маски за 175 рублей. Огурцы местные фермеры отдавали за 420 рублей, литр молока за 110, полкило сметаны за 500 рублей, за столько же килограмм творога, десяток перепелиных яиц за 100 рублей. За одну голову двухнедельных цыплят просили 180 рублей. Ярмарка выходного дня на Магаданской площади теперь работает каждую субботу. Первые покупатели приходят сюда в 9 утра.